Алексей Воробьев. И мужская группа ансамбля «Креница». Ай, голосочки тонко-звонки, а у моей гармоники, а мы сегодня, ой, призывные, а завтра будем конники, а мы сегодня, ой, призывные, а завтра будем конники. Ай, не грусти, моя Настасья, любимая залеточка, а на мне серая шинелька, зеленая пилоточка, на мне серая шинелька, зеленая пилоточка, поезд уходит далеко, ты мне помашешь рукой, много я девушек встретил, только не встретил такой. Ай, ты подружка дорогая. Хорошая, да? Ай, не вдавайся, ой, ты в тоску. Ай, как вернуся, ой, я с похода, а с револьвертом на боку. Ай, как вернуся, ой, я с похода, а с револьвертом на боку. А в конной армии служу я, да с боевым конем дружу, и охраняю, ой, на коне я, а рубежи в родной стране, и охраняю, ой, на коне я, а рубежи в родной стране, ой, помню тебя перед боем, в дымке разрывов гранат, платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. А мы давно к войне готовы, но мы войны, ой, не хотим. А нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим. А нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим. А нам... Давай, казак! Алексей Воробьев и мужская группа ансамбля «Креница».